Всем привет! С вами канал «Безудержная трезвость» и я, да, его ведущий. Вот. А почему именно так? Да потому что я уже вторую неделю не употребляю крепкий алкоголь. Можно сказать, вообще почти не употребляю. В пятницу, в субботу купил немного пива, но там, сами понимаете, рыбка, раки, как бы, ну, без пива-то. Но много пивка, это у меня как слону дробина, то есть это можно с квасом, наверное, сравнить. Вот. Что ощущаю? Во-первых, хорошее самочувствие, то есть прекрасно себя чувствую, давление в норме, не скачет ничего, то есть ведет себя как четенько так. Огромная работоспособность появилась. Благо, есть куда применять всю вот эту вот энергию, да, которая появилась. То есть дел много. Сегодня я вот опять очень активный день провожу, да. Просто даже вот так задуматься. Первое, что мне надо, это надо ребенка записать. Не записать, уже записали его на Баумана. К окулисту. Надо взять направление в поликлинике. Электронное направление называется. Я не знаю, блядь, почему оно называется электронное, но брать его надо на бумажном носителе исключительно. Я спрашивал, почему вы не можете отправить мне электронное направление на мою электронную почту. Они сказали, электронное направление нужно брать на бумажке с печатью. Ну, надо так надо, что мы приехали в поликлинику на Парковой. Вот, взять это опять же не так-то просто оказалось, потому что окулист, который его выдает, в данный момент сам на больничном находится. И теперь, чтобы взять мне электронное направление, мне надо поехать на Петропавловскую и запросить его, соответственно, там. Вообще, вот это вот такая хорошенькая, такая крепкая бюрократия, сука, крепкая, как русский дух. У нас вообще, вот я, ну, я не то, что такой там хейтер цифровизации, да, но иногда меня вот некоторые, так сказать, стуложопые бюрократы прямо, как сказать, прям драконят, что ли. То есть вот у нас часто электронный документооборот, да, сводится к тому, что мы бумажный документ сканируем и отправляем его по электронной почте. То есть вот, мне кажется, процентов 90 вот этого, сука, электронного документа оборота выглядит именно так. Потому что, ну, почему так? Ну, вы сами понимаете. Да? Вот, ну это ладно, хрен с ним. Сделаем. Далее в планах заехать к нам в комплекс Кондратова, посмотреть ход работ. Мы его на 3 дня поставили на профилактику. Это 11, 12 и 13 апреля. Да, то есть взяли 3 дня, чтобы подготовить к летнему сезону. То есть мы покрасим беседки, подремонтируем то, что там сломали, где-то подкрасим, где-то подштукатурим. Ну, короче, приведем в порядок, чтобы уже летний сезон работать более-менее спокойно. Далее надо сегодня еще посчитать людям забор, сколько выйдет по цене, да, по штакетнику. Пошли первые заявки. Ну, логично, что они пошли, потому что мы же работаем. Вот. И благо, что на все это дело есть энергия. Но что вот хочу заметить, что безусловно радует. Я смотрю на моих друзей, на некоторых, которые, так сказать, безудержной трезвости не придерживались и с алкоголем все-таки связались в эти выходные или еще что-то. И глядя на их страдания, скажу так, хорошо, что наши тропинки с Вискарем вечерами разминулись. И утром это осознается еще гораздо, так сказать, гораздо приятнее. Я не то, что радуюсь, что у меня друзья там страдают. Нет, они-то, ну, отлежаться нормально. Они люди опытные, понимают, на что идут. Но вот само осознание того, что ты вечерком где-то там что-то не подбухнул, это, конечно, радует.
Вот. Ладно, всем хорошего дня и огромной работоспособности. Хорошего дня.